каратист, тренер, ученый. Все это бульянцы Евгении Головихине. Несколько лет назад он уехал в Нижневартовск, где работает в школе Олимпийского резерва. Но в последнее время часто наведывается в родной город. Нынешней осенью приехал, чтобы поделиться опытом и мастерством с молодыми ульяновскими наставниками. Я готов, открыт, что завтра дам свои такие закрытые наработки, которые связаны с моторикой, связаны с дыханием, с транспортом кислорода, с кем я еще ни разу не делился. Лекции Головихина – это часть проекта «Школа молодого тренера». Он реализуется при поддержке фонда президентских грантов. А инициаторами выступили представители региональной федерации КУДО. 4 дня расписаны по минутам. Теоретические занятия сменяются практическими. Этот 4-дневный курс в первую очередь ориентирован на совершенствование профессионального уровня молодых тренеров. Те, которые пришли из спорта, те, которым даются возможность сейчас становиться новым поколением спортивных тренеров. В образовательной программе семинара – психология, анатомия, физиология, гигиена спорта и многое другое. Курс проходит 30 молодых представителей Федерации единоборств. 4 дня пролетают как один миг. Но на этом обучение молодых тренеров не заканчивается. Российский олимпийский международный университет делегирует к нам в Ульяновск несколько профессоров. Это светило спортивной науки, которые будут учить наших тренеров повышать их уровень. Я надеюсь, что эти знания нам пригодятся в подготовке олимпиоников будущего. Но прежде в Ульяновске пройдет еще один подобный семинар для молодых тренеров. Грант фонда президентских грантов выиграла областная федерация дзюдо. Михаил Саршанский, новости Ульяновской правды.